Школьники, подозреваемые в убийстве двух жителей поселка Сайды Верхоянского района, причастны к еще одной смерти. Об этом нашему телеканалу сообщили в Следственном комитете Якутии. Третьей жертвой стал одинокий местный житель. Напомним, что неделю назад в населенном пункте застрелили 49-летнего мужчину и его 23-летнего племянника. И вот сегодня стало официально известно о причастности молодых людей к еще одному преступлению. В состоянии алкогольного опьянения молодые люди закрыли дыхательные пути спящего мужчины полиэтиленовым пакетом и скрылись с места преступления. 29 сентября текущего года по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Ж, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство, совершенное группой лиц». О подробности трагедии, которая повергла в шок всю республику, вы сможете узнать завтра в 20:30 в итоговой программе «Якутия день за днем».